Утром мы открывали двери и увидели здесь сверточек одеяла. И посмотрели, там был ребенок. Шевченковская центральная районная больница. В воскресенье утром медики обнаружили на стульях возле батареи сверток, в котором находился младенец. Предварительно девочка появилась на свет вследствие преждевременных родов на 6-м или 7-м месяце беременности. Девчинка дуже маленька, по-перше, видно з того, що це недоношена дитина. Зріст її 37 сантиметрів, вага 1 кілограм, 360 грам. Значить, кожні покрови синюшньої окраски. Пара пеленок и одеяло – вот и все вещи новорожденной. Мать, подбросившая малышку в больницу, не оставила даже записки. Уже точно известно, что ребенок буквально родился за несколько часов до его обнаружения. То, что было с ребенком – это наволочка зеленого цвета, синтетическая, полотенце белого цвета, пододеяльник размером 140 на 2 сантиметра, на 200 сантиметров белого цвета и ковдра также зеленого колеру. В тот же день девочку перевезли в Харьков. Сейчас малышка находится в первой областной детской больнице. Ребенок находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии, проводятся все необходимые меры для того, чтобы этот ребенок чувствовал себя лучше. Поисками горе-матери сейчас занимаются правоохранители. На данный момент еще особа, которая родила эту дитинку, не установлена. У нас есть певна информация, но про підозру официально никому не повідомлено. Правоохранители квалифицировали события по статье «Оставление в опасности» Уголовного кодекса. В данный момент устанавливается круг женщин, которые имели беременность до этого случая, состояли ли на учете, то есть проводятся все необходимые мероприятия на установление матери этого ребенка, а также других лиц, которые могут быть причастны к данному правонарушению. Камер нету, видеосъемки, видеофиксации в помещении ЦРБ нету, к сожалению. Поэтому на данный момент круг свидетелей устанавливается. Как сообщили медики, удочерить девочку уже заявили желание несколько семей из Шевченкова. Ирина Сайко, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».